получается, ну, знаете, вот как-то вот или медленно. Да, нет чувства удовлетворения от этой работы. Потому что мы говорим, надо быстрее уже участки заканчивать, наводить порядок, благоустройство, все. А у нас получается, там хапнули, а вот чтобы, как говорится, единым фронтом идти, такого не видно. И получается, сказали, начали делать, не сказали, не буду делать. Вот это неправильно. В любом случае, если мы делаем, мы должны делать это по-хозяйски, как для себя. А не то, что там вот приехали, посмотрели, давайте здесь. Если взяли с краю, идите с краю, делайте там. А у нас получается вот не так, как хотелось бы, понимаешь? Мы любое будем так говорить, мы любую проблему мы можем обосновать, объяснить, только дело от этого страдает. И мы еще напомним, что мы принимаем здесь движение и доступность. Люди, которые с ограниченными возможностями, они тоже будут здесь. То есть переходы с дорожки на дорожку, да, должны быть уклоны сделаны, поэтому, чтобы потом вопросов не было. Я уже сейчас уже просто... Татьяна, Александр, то есть нужно выговорить заместителю главы города передать, что уже, чтобы люди, да, которые у нас с ограниченными возможностями, тогда у нас гражданин подъезжал, да, чтобы они уже начинали принимать работу. Где плохо передвигаться, где неплохо, где доступности нет. И, соответственно, одним словом, ну, уже какие-то, может быть, изменения, либо исправления, пока еще не поздно. А то потом будет более затратно.